сейчас их спугну. Ты их спугнешь, ты их лучше с той стороны облететь сможешь? Авария на Чернобыльской АЭС – это действительно самая крупная авария на гражданском ядерном объекте, вот, по своим последствиям. Вместе с тем, это, из-за своего масштаба, это точно такое же большое окно возможностей, как для радиоэкологических исследований, уникальное, нигде в мире такого нет, так и для сохранения биологического разнообразия. Ну, такой парадокс.